Почти все население Беларуси к концу 2022 года получит доступ к сети 4G. По итогам третьего квартала почти 89,5% жителей страны пользуются четвертым поколением мобильной связи. В ближайшее время она значительно расширится и на территории Могилевской области. Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» стартует в Беларуси 4 декабря. Организаторами выступают БРСМ и Белорусская республиканская пионерская организация. В этом году, соблюдая санитарно-эпидемиологические меры, по всей стране будет организовано более 500 мероприятий для воспитанников интернатов, домов семейного типа, социально-педагогических центров для детей с ограниченными возможностями. С 1 декабря начал курсировать новый автобусный маршрут «Бобруйск-Мочулки». Целый месяц он будет работать в тестовом режиме. Отправление от городского автовокзала. Понедельник, среду и четверг в 6:10 и 17:30. Конечный пункт – деревня Петровичи. Во вторник, пятницу и воскресенье – до Мочулки. Белорусов приглашают принять участие в конкурсе на самую оригинальную защитную маску. Ее можно оформить в любой технике – роспись, аппликация или вышивка. При этом готовая работа должна сохранять свою функциональность. Фото в маске необходимо прислать до 15 декабря на сайт газеты «Медицинский вестник». Лучшие авторы получат дипломы и ценные призы. Итоги конкурса «Игра по безопасности» подвели в Бобруйском районе. Представители МЧС и работники отдела идеологической работы по делам молодежи райисполкома вручили дипломы за их труд и придуманные интересные идеи. Без подарков тоже никто не остался.